Здравствуйте. Нужно отреставрировать вот эту вот ступицу. Вот эти болты все ушатаны. Увеличивать не позволит стенка. Что я буду делать? Я просверлю между ними все 8. Буду сверлить во фрезерном станке. Главное наметить. Берем приблизительный центр. И уже от него пляж. Продолжаю реставрировать ступицу с опрыскателя Туман 2. Нарезаю резьбу 10, шаг 1,25. Еще один нюанс. Я специально нарезаю через саму ступицу резьбу, не снимаю ее. Потому что, ну, метчик как бы... Прошел метчик, пройдет и болт. А то мало ли какой перекос или что там. Сами видите, все делается на глазок да на смотрок. Вот готово. Вот они, эти болты. Вернее, отверстия. И вот разбитые заводские. Все, осталось вытащить болты. Но это я уже не буду снимать. Все, до свидания.